Добрый день, уважаемые дамы и господа. Я Геннадий Кацов. Приветствую вас в нашей программе, в которой мы пробежимся по последним событиям с нашими зарубежными бегунами-корреспондентами. Сегодня четверг, как обычно по четвергам, в первой части программы в эфире наш корреспондент из Лондона Александр Кан. Во второй части наш корреспондент из Иерусалима Геннадий Беззубов. Давайте прервемся на рекламную паузу, после чего встретимся в эфире с Александром Каном. На дороге все происходит быстро. При движении высокая скорость может не ощущаться, но если вы сбили человека, все происходит пугающе быстро. Водители, следите за пешеходами и велосипедистами. На поворотах снижайте скорость до 5 миль в час. Цена скорости – жизнь человека. Замедляйте движение. Как говорил незабвенный Козьма Прутков, зри в корень. А если корни никуда не годятся, или их вообще нет, имплантация – корневое решение проблем с зубами. Уже 20 лет успешно занимается имплантацией выпускник Гарварда Дэниел Ройзман и выпускница Пенсильванского университета Дарья Ройзман. Так что обращайтесь к ним и лечитесь на здоровье. Наш адрес 8405 Bay Parkway, телефон 718-331-6100. Повторяю, 718-331-6100. 718-331-6100. А цены у нас... не кусаются. Адвокат, занимающийся долговым правом ежедневно на протяжении последних 15 лет. Алла Качан освободит вас от всех долгов, чтобы вы могли начать новую, счастливую и богатую жизнь. Алла Качан практикует любые банкротства, персональные или бизнес. Кстати говоря, особое внимание владельцам медальонов такси. Назначайте визит. Адвокат Алла Качан не учит вас жить, а помогает материально. 718-513-31-45. Дорогие друзья, во вторник, 27 июня, в Южном Бруклине пройдут первичные выборы в Республиканской партии в Горсовет Нью-Йорка. Я, депутат Горсовета Ари Каган, обращаюсь к вам с убедительной просьбой поддержать мою кандидатуру на этих важных выборах. В округ номер 47, который я представляю в Горсовете, входят районы Сигейт, Кони-Айленд, Ворбас, Бич-Хевен, Грейвсенд, Бэс-Бич и Бэй-Рич. Я буду вам очень благодарен за поддержку. Мою кандидатуру на этих выборах поддержали многие профсоюзы полицейских. В частности, профсоюз капитанов полиции, сержантов полиции, детективов полиции, лейтенантов полиции, а также профсоюз пожарных, конгрессвумен Николь Малиотакис, бывший сенатор штата Нью-Йорк Мари Голден. Ну, конечно, все решаете вы, дорогие радиослушатели и телезрители. Я и моя семья будем вам очень благодарны за поддержку 27 июня. Спасибо вам огромное. На связи наш корреспондент из Лондона Александр Кан. Александр, добрый день. Здравствуйте, Геннадий. Александр, ну что, мир с напряжением следит за развитием событий вокруг взрыва Каховской ГЭС. Пытаются понять причины этой катастрофы, проанализировать ее последствия. Причем в самых разных направлениях – военные, гуманитарные, экологические. Экоцид, так назвал то, что произошло, президент Украины Зеленский – экоцид. Ну, понятно, параллель с геноцидом, то есть уничтожение экологическое и территории, и, ну, получается, что, в общем-то, и народа. Кстати, я вот только что перед нашей программой я получил звуковое сообщение. Есть такая поэтесса Наталья Крофтс, она живет в Австралии. Она оказалась херсонкой. У нее компания, которая помогает украинцам. Ну вот она мне буквально вот сейчас оставила звуковое сообщение. Говорит, что вообще ситуация просто ужасающая. Причем если на левобережье
Во-первых, можно переслать деньги и, ну, в помощь. И там, в общем-то, идет эвакуация довольно серьезная. То на правобережье это и Голая пристань, и Цюрюпинские Олешки. Эти все места затоплены. Людей очень плохо... Я думаю, что вы путаете, Геннадий. А что? Олешки, Голая пристань – это левый берег. Левый берег. Значит, это левый берег, который находится под оккупацией России. Вот, да, я как раз это, да. И там же вот этот основной человек, да, на оккупированных территориях, Сальдо. Я вчера слышал интервью с ним. Он говорит, что, в общем-то, практически люди и остаются. Никто не хочет эвакуироваться. А вот кому нужно оказать помощь, то мы окажем всегда. Значит, у нас стоят на готове там и лодки, и так далее. Это очень странно. С одной стороны, сообщается, что там тысячами уже эвакуация идет. С другой стороны, вот этот ответственный чиновник говорит, что люди не хотят покидать свои дома. А вот она мне сообщает, что люди просто-напросто ночуют на крышах. Ну и там, я понимаю, что днюют и ночуют. Вот такая ситуация. Вообще, это, конечно, просто кошмар. Причем еще одно сообщение, это то, что вот эти минные поля, они, понятно, что вода зашла, огромное количество заминированных территорий, мы прекрасно знаем, как поработала Российская Федерация, и в данном случае все эти мины всплывают и взрываются. То есть это, конечно, это что-то чудовищное, то, что произошло. Ну, давайте проанализируем, попытаемся понять вот по разным вопросам, что происходит. Александр. Да, действительно, катастрофа. Это действительно катастрофа. Меньшего слова, наверное, здесь употребить нельзя, причем катастрофа в самых разных ее аспектах. Здесь, конечно, накладывается на то, что эта катастрофа произошла во время войны, в общем-то, во многом является, не во многом, а является полностью следствием этой войны, кто бы и как бы, что бы не было бы непосредственной причиной этой катастрофы, это результат войны. Но здесь последствия действительно чудовищные. Я бы хотел, чтобы мы были конкретны в данном случае. Результат войны, которую развязала Российская Федерация. Безусловно. Не развязывала бы она. Не войди 24 февраля прошлого года на территорию Украины, ничего бы этого не было. Мало того, не смогли удержать Херсон. Идите оттуда к чертовой матери. Тоже бы ничего не было. Но вы же стоите на этом. Вы взяли эту территорию, мало того, назвали территории Российской Федерации, и теперь все под вашей ответственностью. Да, конечно, тут сомнений в этом никаких нет. Но, значит, если говорить о последствиях, то здесь вот, конечно, здесь нужно анализировать военные последствия, потому что, безусловно, это привело и в дальнейшем приведет к радикальному изменению военной ситуации в этом регионе, да и вообще на всей территории Украины, и окажет огромное воздействие на планы Украины по контрнаступлению. Понятно, что мы будем сейчас говорить об этом с вами чуть-чуть подробнее. Во-вторых, это крупнейшая гуманитарная катастрофа. Люди есть погибшие, огромное количество людей оказались без крова, эвакуированы или не эвакуированы по обоим берегам реки, причем, конечно же, страдает в большей степени левый берег, как раз тот самый берег, который находится под контролем оккупационных войск Российской Федерации. По простой причине, левый берег Днепра находится более низкий, чем правый берег, на котором стоит, собственно говоря, город Херсон. А вот все остальные города, которые вы упомянули, и Голая пристань, и Олешки, и целый ряд других городов, это левый берег, он более низкий. Там, в общем-то, затоплено практически все. Значит, это гуманитарная катастрофа, это экологическая катастрофа, которая несет со собой тоже какие-то совершенно пока непредсказуемые последствия, потому что огромные территории земли, которая была использовалась для производства сельскохозяйственной продукции, того самого зерна, которое Украина экспортировала даже уже с начала войны. Она экспортировала, и для нее это был источник
поступлению валютных средств, значит, эта территория окажется на какое-то длительное время не приспособленной для производства сельскохозяйственной продукции. Значит, еще элемент экологической катастрофы. Вы упомянули мины. Ну, мины – это можно, наверное, просто… Это действительно так и есть. Это можно привести чисто к военным последствиям, а экологические последствия. Дело в том, что на дне Каховского водохранилища и на дне Днепра находилось множество самого разного рода отбросов. И в том числе и весьма ядовитых, вплоть до тяжелых металлов. Эта акватория была местом сброса вод промышленных отходов от многочисленных промышленных предприятий, расположенных по берегам Днепра и по берегам Каховского водохранилища. И теперь все эти отбросы, все эти тяжелые металлы всплывают на поверхность воды и загрязняют всю окружающую среду. Ну и, конечно же, это экономические последствия. Об экономических последствиях... Я бы еще, кстати, добавил, Александр, по поводу экологических последствий. Вот я только что прочитал, под Херсоном есть кладбище в Камышанах. Вот оно смыто. Причем не только там. Иными словами, это опять-таки загрязнение колодцев, это загрязнение тех мест, где идет сбор питьевой воды. Вот то, о чем вы говорите, грязь, все эти тяжелые металлы, какие-то отходы, плюс еще с кладбищ и с полей, вот все эти там мелиоративные какие-то удобрения, которые, которыми поля удобряют, это все опять-таки идет вот туда, вот в колодцы, в сбор питьевой воды и так далее. То есть с этим огромная проблема может быть. Да, конечно, и будет, конечно, огромная проблема, да. В этом, к сожалению, можно не сомневаться. Ну, значит, здесь встает вопрос, вы правильно процитировали высказывание президента Зеленского, который мгновенно и совершенно однозначно возложил на вину, назвав это террористическим актом террористического государства. Ну, предсказуемо, наверное, что со стороны России последовал абсолютно зеркальный, симметричный ответ. Россия обвинила в этом украинские войска, которые обстреливают территорию Каховской ГЭС. Напомню, что Каховская ГЭС находится на оккупированной российской территории. Значит, в Украине говорят о том, что это взрыв, причем взрывчатка была заложена внутрь здания, и отсюда делается вывод, что это не удар ракеты украинской, а это действие российских военных или российских властей, которые находятся на территории Каховской гидроэлектростанции. Я бы хотел здесь сказать, кстати, Александр, мы вчера это обсуждали с нашим российским корреспондентом, разговор шел о том, что, ну, это какие-то данные, инсайдерская информация о том, что хотели сделать взрыв гораздо меньше, чтобы была пробоина гораздо меньше, но получилось, хотели как лучше, получилось как всегда, да, помню фразу известную. И у вас есть на BBC замечательная статья сегодня о том, как в 1941 году, в 1941, взрывали Днепрогэс. Отходящие войска советские, чтобы не доставалось это никому, они взорвали Днепрогэс. Значит, то же самое, 20 тонн взрывчатки было заложено. Планировали пробоину, там вроде бы, ну, там примерно, я сейчас не помню точно цифру, 35 метров, а получилось 160. Причем об этом никого не предупредили, немцы практически не погибли, потому что вся вода пошла туда, где находилось гражданское население и военные. По одним данным 80 тысяч затопило, по другим данным 100 тысяч затопило. Люди ни о чем не знали, никого не предупредили, взорвали, и вся эта вода пошла на советских людей, на советских военных. Вот как это все происходило. Опять-таки, вполне вероятно, что то же самое произошло и здесь. Планировали взорвать, я не знаю, там половину шлюза, а взорвали три. Да, ну тут действительно такая версия высказывается, и очень уместно, наверное, вспомнили
коллеги на русской службе BBC эту историю 82-летней давности 41-го года, тогда, когда при отступлении с территории Днепрогэса, тогда еще Каховской ГЭС не было. Каховская ГЭС была построена в 56-м году, а Днепрогэс, станция чуть выше в течение Днепра, рядом с городом Запорожье, она уже стояла, она была построена в 30-е годы, и вот тогда действительно произошла эта трагедия по приказу. Самое интересное, Кремля. Вот этих саперов, их имена известны. Вначале их забрали спецслужбы, потому что они думали, что это диверсия. Планировалось, я еще раз говорю, одна дыра, получилась дыра, которая там в 4-5 раз больше. А подумали в начале НКВД, что это какие-то, это диверсанты. А там были, ну, военнослужащие советской армии. Потом пришли к выводу, что они ни в чем не виноваты, просто заложили гораздо больше взрывчатого вещества, чем это было необходимо. Не рассчитали. Да уж. Не рассчитали. Ну, похоже, если эта версия имеет место в нынешней ситуации, то, опять-таки, не рассчитали. Высокоточным оружием стреляем по больницам и театрам. Ну, а тут не рассчитали, что, в общем-то, необычного. Ну, тут, повторяю еще раз, значит, здесь есть еще одна версия. Версия, которая исключает злой умысел как с одной, так и с другой стороны непосредственно в этом событии, в крахе, в разрушении Каховской гидроэлектростанции вот сейчас, в эти дни. А версия эта состоит в том, что плотина обрушилась сама, обрушилась в результате многочисленных ракетных и артиллерийских обстрелов, которым она подвергалась на протяжении вот уже почти полутора лет войны. И давление воды достаточно мощное со стороны Каховского водохранилища, видимо, еще и весенний паводок здесь свою роль сыграл. И просто ослабевшие, полуразрушенные в результате этих многочисленных обстрелов сооружения Каховской гидроэлектростанции, точнее, самой плотины, они не выдержали. Вот такая версия сейчас тоже высказывается. Причем любопытно, что многие придерживаются, разумеется, понятно, что он в Украине, и многие ее партнеры и союзники придерживаются той версии, которую высказывает официальный Киев. Понятно, что в России поддерживают мнение, высказанное Кремлем, но интересна реакция международного мирового сообщества. Если поначалу первая реакция была со стороны канцлера Германии Олафа Шольца и главы НАТО Йена Столтенберга, она поддержала полностью версию Киева, то в последующие часы реакция была несколько более сдержанная. В частности, довольно любопытно в этом контексте заявление главы Координационного совета Национального службы безопасности Соединенных Штатов Америки Уильяма Керби, который сказал, что у Вашингтона пока нет достоверных данных относительно причин катастрофы. Ситуация тщательно изучается, и как только какие-то новые сведения будут поступать в распоряжение Вашингтонской администрации, она выскажет свое мнение. Здесь встает, разумеется, в качестве аргументации сакраментальный вопрос, кому выгодно. То есть кто может получить какие-то военные преимущества в результате вот этой катастрофы. Здесь тоже однозначного ответа на этот вопрос нет. С одной стороны, резкое увеличение водного пространства в нижнем течении Днепра может сильно помешать планируемому
украинскому контрнаступлению. Потому что если Днепр, как известно, особенно в своем нижнем течении, река довольно широкая, и ее и так было бы очень даже непросто форсировать вооруженным силам Украины, в особенности с учетом того, что Россия давно готовится к этому контрнаступлению, и весь левый берег был достаточно укреплен и, как вы правильно сказали, заминирован. Теперь действительно, наверное, будет очень трудно это огромное разросшееся военное пространство форсировать и преодолевать наступающим украинским силам. И поэтому, в особенности учитывая время катастрофы, тот факт, что украинские войска, вооруженные силы Украины уже начали свое наступление в каких-то других регионах, и этот юг, переход, форсирование Днепра и переход туда, ближе к Крыму, это было одно из приоритетных направлений. То есть убрать, уничтожить возможности наступления украинских войск, это, безусловно, на руку России. С другой стороны, уничтожены таким образом и все оборонительные сооружения, которые Украина строила на которые Россия строила на левом берегу Днепра, и ей теперь тоже, в общем-то, свои дополнительные сложности эта ситуация тоже возникла. Поэтому здесь однозначно сказать, кому это выгодно, довольно трудно. И если исходить из этого, то, возможно, действительно версия о том, что разрушение плотины стало результатом каких-то действий, которые происходили не непосредственно в дни, предшествующие этой аварии, а в течение всех 14 или сколько уже, 15 месяцев войны, такая версия тоже, наверное, сейчас оказывается весьма вероятной. Есть опасения, что, как и со многими другими катастрофами, авариями последних нескольких лет, можно вспомнить и с Боингом малазийским, здесь на самом деле вопрос решен окончательно. Гаагский трибунал установил вину российских военнослужащих и сил ДНР, ЛНР, то есть тут сомнений нет, это вина России. А вот то, что произошло со взрывом вокруг Северного потока, до сих пор вызывает какие-то возражения и вызывает какие-то неясности. И здесь тоже, наверное, вполне возможно, что здесь потребуются какие-то... Но здесь есть какие-то разные версии. Так что здесь тоже, может быть, и с этим случаем мы будем ждать какого-то однозначного... Александр, здесь есть, кстати, еще один момент. Не знаю, насколько здесь подходит слово «странность». За неделю до подрыва плотины Каховской ГЭС Херсонской области правительство России разрешило не расследовать аварии на опасных объектах, возникших в ходе военных действий, как сказано, и терактов. Соответствующее постановление за подписью премьера Михаила Мишустина было опубликовано на официальном портале «Раскрытие правовой информации» 30 мая. Документ вступил в силу 31 мая. И первым на него, кстати, обратил внимание инсайдер. Инсайдер – это как раз вот исследовательская группа, которая занималась, кстати, вот этим самолетом MH17, просто к слову. До 1 января, я цитирую, 2028 года техническое расследование аварий на опасных производственных объектах и аварий гидротехнических сооружений, произошедших вследствие военных действий, диверсий и террористических атак, не
проводится. Вот так говорится в этом постановлении, я процитировал. Кроме того, в документе есть пункты о том, что до 1 сентября и до 1 марта 2024 года на объектах в ДНР, ЛНР, а также в Запорожской и Херсонской областях не применяется часть пунктов о промышленной безопасности опасных производственных объектов и о безопасности гидротехнических сооружений. В тот же день, когда было подписано постановление, президент Путин, отвечая на вопрос об атаке дронов на Москву и Подмосковье, вспомнил о грязной бомбе и проблемах на Запорожской АЭС. Вот это, конечно, удивительный документ. Я еще раз говорю, он вступил в силу 31 мая. Сегодня международные организации, сегодня Украина говорит о том, что, ну давайте в таком случае, если вы ни в чем не виноваты, если вы нас обвиняете, давайте расследовать, что там произошло. То, о чем вы говорите. Либо это крылатая ракета, либо это какой-то там снаряд, либо это подрыв изнутри, либо это дамба просто физически развалилась. Мы же можем расследовать. Так вот, выпущен на 31 мая выпущен документ, подписанный Мишустиным. Никаких расследований проводиться не будет. Вот это очень странный момент. Александр. Я с вами полностью согласен. Я тоже обратил внимание на эту новость, и она выглядит по меньшей мере очень-очень подозрительно. Действительно, здесь это совпадение очень странное. Трудно его назвать случайным, да? Трудно. Да, трудно, согласен с вами полностью. Здесь есть очень серьезные основания для подозрений в адрес российских властей, российских вооружений. Потом можно рассказывать все, что угодно. Украина напала, развалился камень и так далее. Давайте пошлем группу специалистов. Ведь речь идет о том, со спутника зафиксировали, что взрыв произошел где-то рядом с машинным отделением. Украина говорила еще в прошлом году, что именно там закладывается взрывчатка. То есть заминировали Каховскую ГЭС еще в прошлом году российские власти. Все это сегодня территория, контролируемая Российской Федерацией. Если вы уверены, что это украинцы, если это какие-то природные там вещи, ну давайте тогда открывайте Каховскую ГЭС, приедет туда группа, и они разберутся в течение, я думаю, нескольких дней. Но нет. Существует документ, по которому Россия не будет разбираться в этом вопросе. Вот это, конечно, удивительно. Это удивительно, да. Ну и удивительно, я бы сказал бы, то, что достаточно приглушенная реакция со стороны российских официальных властей, как бы почти об этом не говорят в российских. То есть говорят, факты сообщают, но в качестве пропагандистского какого-то инструмента это не используется. Ну, к примеру, да, Крым будет меньше получать воды, или в Крыму ожидается, могли бы на этом давить. Нет, на это тоже, кстати, меньше акцент, чем ожидалось. Да. Да, потому что действительно, конечно, это серьезные последствия для водоснабжения Крыма, потому что Северокрымский канал, по которому пресная вода поступала из Днепра и Каховского водохранилища на территорию Крыма, теперь он тоже перекрыт. Так что, ну, это, повторяю еще раз, боюсь, что это останется вот такой вот достаточно серьезной загадочной историей, которая будет ждать своего разрешения. Я думаю, что это будет ждать своего разрешения, пока российские войска не выкинут с этой территории. Конечно. Сегодня оккупированной Российской Федерацией. Как только выкинут, или они сами уйдут. Я думаю, что это расследование закончится в течение недели. Все понятно будет. Если там взрывчатка была, очень тяжело сделать так, чтобы абсолютно на все 150% или даже 100% все это зачистить. Специалисты говорят, что расследование там не займет долго времени, поскольку, опять-таки, всего несколько причин. Любой специалист, но, Александр, мы с вами не специалисты, но мы прекрасно понимаем, как обернется дело, если начнут это все расследовать профессионалы. Они знают, что, они знают, какие заборы взять, какие исследования провести и так далее. Россия сегодня категорически говорит о том, что никаких расследований проводиться не будет. Поэтому для меня вот здесь однозначно указывает на то, что, ну вот смотрите, смотрите, кто вор, да, по известной поговорке. Да. Ну, я думаю, к этой теме мы еще будем безусловно возвращаться. О, конечно, только все началось. Только все началось. Да, кстати, как у нас тоже вот здесь, у нас же в Нью-Йорке тоже экологическая катастрофа. Я думаю, что вы знаете, из Квебека, где горят леса, вот у нас уже несколько дней смог. Причем я поставил у себя в Фейсбуке, я вчера вышел на балкон, сфотографировал, смотрится это апокалиптически. Вот просто желтый небосвод. Можете себе представить? Через это
этот смог, солнечные лучи не пробиваются. Это вообще ужасная вещь. Это уже у нас третий день, если не четвертый. А причем говорят, что еще это будет продолжаться несколько дней. Опять-таки у нас, это и Нью-Йорк, это и Нью-Джерси, это и Массачусетс. В общем, все это побережье. Оттуда, с Квебека, там около 150 мест возгорания. В Канаде. Они не могут потушить эти пожары. И все это облако вот этого дыма, все это пошло к нам, в Соединенные Штаты. У нас здесь очень тяжелая ситуация. Вчера было сложно дышать. Как-то вот я сегодня утром вышел, идя на работу, уже полегче стало дышать. А вообще у нас собака дома, она просто страдает. Для собаки-то у них совершенно другие рецепторы. Конечно. Вот. Животное есть... иначе на это все реагирует. Да. Она прямо... Ну, это он. Вот он не знает даже, что происходит, и он просто в панике, собака. Вот. Он как-то так лежит, выживет или не выживет, думает. Я уверен, что выживет, но, в общем-то, у нас тоже ситуация. А экологическая, в принципе, катастрофа. Ну, в Канаде это однозначно, а у нас вот загрязнение воздуха. Причем берут заборы воздуха в разных местах, говорят, что есть места, где просто опасно дышать. Поэтому рекомендуют одевать маски. Сейчас у нас по улицам ходят масса людей, которые надели маски. Времена 2020 года пандемии вспоминаются. Да, времена ковида вспоминаются. Да. Ну что, еще буквально у нас остается 5 минут. Александр, принц Гарри. Он дает показания в высоком суде Лондона в связи с иском, предъявленным им газетной группе Mirror. Там он обвиняет принадлежащие ей Daily Mirror, Sunday Mirror, журнал People во вмешательстве в его частную жизнь. Кстати, у нас здесь идет расследование. Он в своих мемуарах написал, что после смерти его матери, принцессы Дианы, он употреблял серьезные наркотики. И в данном случае возник вопрос, может быть, не давать ему американское гражданство. То есть он себе напортил в немалой степени. Сейчас это у нас в Соединенных Штатах решается. Поскольку, ну, если он наркоман, то ему гражданство, просто у нас есть установки, ему гражданство тогда не положено. В общем, он идет ряд расследований по его поводу. Ну, насколько я понимаю, там дело даже не только в гражданстве, а если, по законам Соединенных Штатов, если человек употреблял тяжелые наркотики, а он упоминает там не только марихуану, которая относится... Нет, кокаин, героин там... Кокаин, да. Ну, героин, по-моему, нет, но кокаин, да. А кокаин относится к категории тяжелых наркотиков. Так вот, этот человек не должен допускаться на территорию Соединенных Штатов. Не только гражданство не может получить, но даже, то есть речь может встать, ну, не думаю, что, конечно, что до этого дойдет, но речь может встать чуть ли не о депортации принца Гарри из Соединенных Штатов. Напомню, по такой же причине во второй половине или середине, скажем так, 70-х годов возникли очень серьезные проблемы у Джона Леннона, который переехал вместе со своей супругой Йоко Оно в Нью-Йорк в 71-м году, и его тогда, опять же таки, по причинам наркотиков, ФБР подвергало серьезному преследованию и вставал достаточно серьезный вопрос о депортации. Тоже, в общем, личность была более чем известная. Но это дело против принца Гарри, а в данном случае то, что происходит в Великобритании, это он сам, собственно, это он поднял. Сам, да, это он сам затеял, да. Он сам подал иск против этой газетной группы Mirror, которая владеет несколькими газетами, вы их перечислили, обвиняя их в том, что они использовали незаконные средства, то есть прослушку и хакерские атаки на его телефоны, на телефоны его ближайших людей из его ближайшего окружения для того, чтобы получать информацию для публикации на страницах своих газет. Значит, он там собрал порядка 140, по-моему, материалов, опубликованных на страницах этих газет, и вот с этими материалами он пришел в суд. Значит, процесс должен был начаться в понедельник, однако в понедельник он не начался, потому что по простой причине... Вернее так, процесс начался, но допрос принца Гарри не смог состояться по той простой причине, что он просто в суд не явился. Это вызвало достаточно явственное раздражение судьи, который, ну, в общем, высказался в том смысле, что принц Гарри проявил неуважение к суду.
таким образом. Значит, во вторник и в среду он находился уже в суде, он прилетел из Лос-Анджелеса в Лондон и давал показания в суде. Допрос, как перекрестный допрос, который вел адвокат этой самой газетной группы Дэвид Грин, был очень тяжелым испытанием для принца Гарри. Он продолжался в течение 8 часов, и нельзя сказать, что принц Гарри выглядел на этом допросе очень убедительно. Понятно, что юристы газетной группы «Мира», люди чрезвычайно опытные, и они собрали массу материалов, и смысл их аргументации состоял в том, что доказательств использования незаконных средств сбора информации недостаточно. То есть некоторые материалы, которые Гарри предъявлял в качестве улик, да. Улик, не улик, а некоторые газетные материалы, газетные статьи, которые он упоминал, и утверждая, что они основаны на материалах, собранных незаконным образом, юристу Mirror Group удалось доказать, что эти материалы были собраны из открытых источников. Либо они уже были опубликованы в каких-то других средствах массовой информации. То есть, и таким образом, сама Mirror Group выводится из-под непосредственной угрозы обвинительного заключения в ее адрес. С другой стороны, надо понимать, что принц Гарри ведет борьбу, в принципе, он ведет борьбу не только против этой газетной группы Mirror Group, он ведет борьбу против всей британской прессы. Однако в данном случае судебный процесс непосредственно против Mirror Group. И поэтому любые какие-то аргументы, которые звучат в его устах не очень убедительно, там, скажем, его спрашивают, это было в вашем телефоне или в телефоне вашей тогдашней girlfriend Челси Дэви? Он говорит, я не помню. То есть, понимаете, вот как бы он просто оказывается не очень подготовленным к процессу. И сейчас внимание, конечно, огромное, и в целом, ну, возможно, здесь уже и предыдущие какие-то события вокруг принца Гарри, публикация его книги и не очень высокая репутация его супруги Меган, может быть, здесь есть определенный момент предрасположенности, негативной предрасположенности общественного мнения британского по отношению к принцу Гарри, но в целом оценки не очень благоприятные, и перспективы выглядят не очень благоприятно. Вообще меня удивило, вот этот адвокат защиты, он очень и очень крутой профессионал, у него там несколько есть, таких кличек, что он хватает как бульдог. Вот он, в принципе, он очень подготовленный человек, и он просто ставит постоянно в неудобное положение Гарри, тот не знает, что ответить. Но меня удивило такое впечатление, что Гарри пришел на это судебное разбирательство без своего адвоката, там о его адвокате вообще речь не идет. А что он делает, этот адвокат? Нет, там есть его адвокат, имя его упоминается, он тоже. Ну, видимо, оказалось, что юридическая команда Mirror Group оказалась более подготовленной, чем... Это мне, знаете, что напоминает? Это напоминает судебный процесс между Абрамовичем и Березовским в том же высоком суде Лондона, где команда Абрамовича оказалась куда более подготовленной, чем команда Березовского, и мы знаем, чем закончился этот процесс. Но я только могу добавить по поводу Гарри. Это первое появление высокопоставленного члена королевской семьи в суде с 1891 года. Да, 130 с лишним лет. Ну, в общем, репутация Гарри от этого выше не стала, я должен сказать. Отнюдь, она еще больше страдает. А вообще он поставил на карту многое, да, вот получается, этим судебным разбирательством. Получается, что у него железобетонных доказательств каких-то нет. А в перестрелке с адвокатом, вот этим Эндрю Грином, он не может четко ничего сказать. Он сам себя поставил, ну, на мой взгляд, какое-то дурацкое положение. Дурацкое, безусловно. Александр, я благодарю вас за информацию и комментарии. Прощаюсь с вами до следующей недели. Всего доброго. До свидания.
Когда родной человек в беде, нас охватывает ужас от того, что мы не можем ему помочь. Зависимость – это и психологическая проблема. Не выявив ее, сложно установить, что именно заставляет человека снова возвращаться к наркотикам или алкоголю. Реабилитационная программа «Back to Life» направляет пациентов в известную израильскую клинику «Феникс», где с ними работают опытные психотерапевты, возвращая смысл жизни и веру в себя. Звоните 267-226-63-63. «Back to Life» – возвращение к жизни. У которых есть что есть, те подчас не могут есть. А другие могут есть, да сидят без хлеба. А у нас тут есть что есть, да при этом есть чем есть. Значит, нам благодарить остается небо. А вот лично я хочу поблагодарить своих любимых врачей Зиту Ройзман и Славу Познянского за то, что мне есть чем есть. В это трудное время всем необходима поддержка опытного человека. Об исцеляющих способностях мадам Беллы можно рассказывать очень много. Предсказания, диагностика, решение медицинских и семейных проблем подвластны мадам Белле, ясновидящей 40-летней практикой. Она гадает на картах, по руке, по зеркалу, по священной книге. Она снимает порчу с глаз, венец безбрачия, назовет имена друзей и врагов, исцелит от многих болезней, укрепит иммунитет и поставит мощную защиту против вируса. Сегодня это важнее всего. Когда наступают трудные времена, люди объединяются и помогают друг другу их пережить. Мы готовы помочь. Дэвидсон Радио и телеканал RTN предлагают выгодные условия сотрудничества. Мы поможем организовать эффективную рекламную кампанию на радио и телевидении. Всего один звонок на Дэвидсон Радио сможет привлечь новых клиентов вашему бизнесу и вернуть старых. Мы сохраним ваш бизнес в это сложное время. Мы увеличим число ваших клиентов. 718-303-8005. Дополнительные бонусы на рекламу. На ролики в дневное время и в выходные. Звоните сейчас. 718-303-8005. На связи наш израильский корреспондент Геннадий Беззубов. Геннадий, добрый день. Добрый день, здравствуйте. Геннадий, Иран представил гиперзвуковую ракету собственного производства под лозунгом «400 секунд до Тель-Авива». Что говорят по этому поводу в Израиле? В Израиле много не говорят. Мы слышали только министра обороны Йоава Галланта, который на всю эту масштабную рекламную иранскую кампанию ответил довольно кратко. Он сказал, у нас есть средства противостояния подобным боевым иранским средствам. Больше он не сказал ничего, но есть, кроме слов, есть и действия. Об этом я сейчас еще скажу. Но сначала о самой этой иранской кампании, поскольку она, безусловно, заслуживает внимания, она раскручивается. Гиперзвуковая ракета «Фатах», которая разработана в Иране, и сначала это называлось 7 минут до Тель-Авива, теперь называется 400 секунд, 20 секунд где-то пропали по дороге, но не будем мелочными. Действительно, они утверждают, что дальность действия этой ракеты 1400 километров, что, правда, несколько меньше, чем расстояние от Ирана до Израиля, около 2000 километров. Но если ее запустить, скажем, из Ирака, а можно ведь и из Сирии, то это вполне реально. Утверждают также, что она способна обойти любые средства ПВО и противоракетной обороны и их уничтожить. Утверждают, что она обладает высокой точностью, маневренностью и малозаметна для радарных систем, ну и так далее, и так далее. Все это мы уже вообще-то слышали
из других источников российских, когда они рекламировали свою ракету «Кинжал», гиперзвуковую, и реклама эта была довольно устрашающей, сопровождалась мультипликацией, как мы помним, но оказалось, что «Кинжал» не обходит противоракетную оборону, и более того, американская система «Патриот», работавшая в Украине, этот самый «Кинжал» сбила вполне благополучно, так что я не знаю, Иран, насколько иранский «Фатах» лучше российского «Кинжала», якобы у него и скорость выше, и он превосходит все аналоги российские, американские и китайские. Все это, кстати, публиковалось на трех языках, на фарси, на английском и иврите. На иврите, чтобы, как говорится, было доступно для нас, израильтян. Иранцы даже написали, что «Железный купол» не в состоянии совладать с этой ракетой, но «Железный купол» и не предназначен для ракет такого рода. Для подобных ракет у нас есть другие средства противоракетной обороны. «Проща Давида» или «Волшебная палочка» системы «Хэдс-2» и «Хэдс-3». Об этом иранцы как-то забыли. Но в Израиле об этом знают давно, потому что иранцы рассказывали о том, что они разрабатывают эту ракету еще несколько лет назад. И, как утверждают израильские средства массовой информации, предполагают, во всяком случае, что и израильский уран по военному заводу в Исфагане в январе этого года имел целью именно приостановить разработку этой ракеты. И насколько это было успешно, мы не знаем. Вообще, в последнее время накал противостояния между Израилем и Ираном, напряженность эта, она резко возросла. Это и в связи с подобной иранской рекламой, и с прогрессом в разработке иранской ядерной программы. И Иран выступает с явными угрозами в адрес Израиля. Это не началось не вчера, но сейчас эти угрозы участились, и эти все публикации о ракете – это тоже угроза, конечно, это надо понимать. Но в Израиле израильское руководство, как пишет наша пресса, убеждено, что, несмотря на значительный прогресс, достигнутый Ираном за последние десятилетия, оперативные возможности израильской армии и израильских разведслужб также значительно возросли и улучшились. И сегодня Израиль обладает средствами, которыми прежде не обладал. Мы эти средства не рекламируем, но кому надо, тот об этом, конечно, знает. Более того, как мы узнали сегодня, пишет об этом израильская пресса, если премьер-министр Бенямин Нетаньяху и министр обороны Йоав Галант обратятся к военно-политическому кабинету с просьбой утвердить предложение о начале операции против Ирана, то, скорее всего, это предложение будет поддержано значительным большинством членов кабинета. И ситуация, как пишет пресса, резко отличается от той, которая имела место 10 лет назад, когда Нетаньяху и его тогдашний министр обороны Эуд Барак, в это сейчас сегодня вообще трудно поверить, что они работали вместе, но это так, не смогли добиться от упомянутого кабинета разрешения на проведение такой операции. Сегодня это вполне достижимо. Ну и мы не должны забывать, что на прошлой неделе, мы об этом рассказывали, прошли крупномасштабные военные учения «Твердый кулак», в ходе которой отрабатывались разного рода модели, в том числе война на несколько фронтов. И
эти учения анализировались на последнем заседании военно-политического кабинета в минувшее воскресенье. И на заседании этом Бенямин Нетаньяху сказал: реальность в нашем регионе быстро меняется, мы не сидим сложа руки, мы адаптируем нашу военную доктрину и наши возможности к этим изменениям в соответствии с нашими целями, которые не изменились. Мы намерены действовать против иранской ядерной программы. Мы уверены, что способны справиться с любой угрозой собственными силами. Геннадий, еще одна тема – заявление Камалы Харрис, что Израилю хорошо бы иметь независимую судебную систему. Но вот это заявление не понравилось министру иностранных дел Эли Коэну. Во всяком случае, его звучал вот именно так, комментарий. А значит ли это, что отношения между администрацией Байдена и правительством Нетаньяху становятся все хуже? Ну, лучше они точно не стараются, мы не видим никаких признаков улучшения этих отношений. И этот вот недавний инцидент, это, собственно, все имело место вчера, после того, как Камала Харрис выступила на мероприятии, посвященном 75-летию независимости Израиля, и заявила, что Америка продолжает отстаивать общие для двух государств ценности, в том числе укрепление демократических институтов и независимой судебной системы. Ну, в Израиле не без оснований восприняли это как очередной намек на судебную реформу, и Эли Коэн сказал, когда его спросили об этом, что он уверен, если спросить Камалу Харрис, что именно ее беспокоит в этой реформе, она не сможет назвать вам ни одного параграфа. Я не знаю, сказал Эли Коэн, читала она законопроект или нет, но моя оценка, что нет. Я, сказал Эли Коэн, тоже поддерживаю независимую судебную систему, но не систему, которая всесильна. Судьи в Соединенных Штатах тоже не имеют права вето на решение о том, кто может их сменить. Он имеет в виду нашу комиссию по назначению судей, где судьи имеют явное преимущество. Таков был ответ Эли Коэна. Тут в дело вмешался американский посол в Израиле Томас Найтс. Сначала он позвонил Коэну, потом заявил, что сам факт того, что вице-президент Харрис приняла участие в мероприятии, посвященном Дню независимости Израиля, немало говорит об отношениях между странами. Я сказал Найтс, очень уважаю Эли Коэна, но должен подчеркнуть, что вице-президент еще раз сказала то, что говорили уже представители всех администраций при любой возможности о важности демократических институтов и так далее. Геннадий, время подошло к концу в нашей программе. Я благодарю вас за информацию и комментарии. Прощаюсь с вами до следующей недели. Всего доброго. Всего хорошего. До свидания. В агентстве Good Care пожилые и нуждающиеся в уходе люди найдут теплоту и поддержку в сочетании с квалифицированной медицинской помощью на дому. Мы ценим каждого сотрудника, который работает в нашем дружном коллективе. Большая зарплата и лучшие бенефиты гарантированы. А для наших любимых пациентов проводим развлекательные мероприятия с едой и подарками. Если вам или вашим родным нужен хороший уход и настоящая забота близких неравнодушных людей, позвоните в Good Care. 718-635-3535. Как избежать ампутации ног при синдроме диабетической стопы, венозных проблемах, трофических язвах? Микрососудистая реконструкция сосудов воссоздает сосуды стопы, восстанавливая кровообращение в конечностях. У нас есть две главные составляющие. Это самая точная диагностика и команда ведущих американских специалистов. Sinai Diagnostics. 718-615-4100.
нас несколько бизнесов. Всегда нужен или юрист, или бухгалтер. Виктория Берес и Элла Залкин. Профессиональная группа и юристов, и CPA в одном офисе. Всегда с нами на связи. Всегда помогают во всех наших делах. Как CPA и адвокат, я смотрю на estate plan через налоговую призму. Я хочу убедиться, что мои клиенты при получении наследства не платили лишние налоги. Мы не просто обещаем, а мы делаем. И мы делаем все в интересах наших клиентов. Если вам за 60, и с утра вы не можете без боли согнуть и разогнуть затекшие колени, если, поднимаясь по лестнице, вы морщитесь от боли, если поясница и позвоночник постоянно напоминают вам о себе, приходите в клинику коленного сустава. Мы вылечим вас. У нас для этого есть все. И опытные специалисты, и необходимое оборудование. Вы помните? Вы все, конечно, помните. А если нет, дела ваши не ах. И хватит вам уже бродить по комнате и нагонять ненужный страх. Скорее в ближайшую аптеку. Там Мемофор на полочке стоит. Волшебным образом поможет и ум, и память сохранит. Мемофор – израильские 100% органические капли для улучшения когнитивной памяти и концентрации внимания от доктора Шавит. Спрашивайте в аптеках города. Когда-то в Карпатских горах жили знахари и ведуньи. Они собирали травы и исцеляли людей. Но самое главное – они исцеляли человеческие души. Алайя Русалина из рода карпатских знахарей поможет вам исцелить ваше душевное состояние и изменить вашу судьбу. Сохранит семейный очаг, вернет любовь и подскажет, как решить ваши проблемы. 718-844-28-35. Дамы и господа, время передачи истекло. Я благодарю вас за внимание. Желаю вам хорошего дня, хорошего настроения. Всего доброго. До встречи в эфире. До свидания.